Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space Extraction. На очереди шестая глава, которую я, кстати говоря, уже прошел, но в результате оказалось, что эта серия не записалась. Поэтому главу мне придется пройти по второму разу, полчаса коту на смарку, надо сказать, это достаточно приятно для меня. Но вам, я думаю, разницы особо не будет. Единственное, то, что я буду лучше понимать, что здесь происходит. Глава, сразу скажу, не самая интересная, тут канализация, темно. И событий достаточно мало. Это только небольшой спойлер, обнадеживающий. Но, тем не менее, достаточно интересный в плане сюжета, поэтому погнали. Обидно, конечно, что она не записалась. Она как, она записалась, но в результате запись повисла на середине. Ладно, все, молчу. Все в порядке? Экар, держись за меня. Хорошо. Так, ладно. Судя по всему, вода ледяная. Все в порядке? Да, все на месте. Господи. И так ужасно все было. Теперь еще и холодно. Ненадолго, наверное. Просто двигаемся. Кто знает, что здесь есть. Так, хорошо. Когда я росла, я всегда хотела посетить Ишимуру. Но я не это имела в виду. Лексин, откуда ты? Земля. А что? Просто интересно. Слышите? Почему у меня оружия другого нет? У меня только резак. И патронов мало. Похоже, здесь тоже есть эти чудовища. Да. Это новый тип врагов. И самое приятное, надо отметить. Они адаптируются. Что? Адаптируются к окружению. Отлично. Это не к добру. Там что-то есть? Да, очевидно. Так, все, готов. Скилл уже успел наработаться. Я вчера снял первую серию, сегодня все остальные. Голова опять болит. Нет, мне здесь очень не нравится. Мне тоже, Лексин. Держись близко, я защищу тебя. Видишь? Все выходы закрыты. Похоже, мы застряли с этими штуками. То есть сегодня это пятая серия, уже какой-то скилл есть, но все равно на геймпаде неудобно. Дня у нас нет. Так, налево или направо? При прошлом записи я пошел направо, в этот раз налево пойду для разнообразия. Там ничего хорошего не было. Но тут, я думаю, результат будет тем же. Ой, да, не притягивается. Ой, вот только вас не хватало, чтобы я туда пошел. Где все мое оружие? Почему его отняли? Ой, как нехорошо-то. Так, все, хорошо. Так, минус один. Второй. Так, справа у нас ящики, по-моему, были. Так, ладно, нормально. Ой, самый неприятный тип врагов.
Так, блин, я себя задел. Это не очень хорошо. Давай. Блин, все равно себя задевает. А где его? Блин, я же ему отрубил руку. Уф, неплохо себя так покоцал. А когда справа идешь, просто вот в тот же зал заходишь, уже отстреливаешь в другую сторону. Так, теперь безопасно? У меня ощущение, что за нами наблюдают. Тихо. Черт, аккуратно. Вот так вот, хорошо. Так, ладно. Жив пока. Давай руку. Блин, почему я не могу у него руку отрубить? Ой, сколько всего плохого. Ой, ты посмотри, да сколько же их тут, елки-палки. Так, ладно, я справлюсь. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Блин, я не могу схватить. Патронов нет, отлично. Я думаю, это прохождение будет очень любопытным, потому что я с оружием-то, мне тут сложно было. Ты жива еще? Блин, шевелится, смотри. Давай, пуля последняя. А, все, умерла. Так, ладно. Ребята, вы не очень меня прикрываете, я смотрю. Вот, хорошо. Хотя бы такое. Что-то с оружием напряжен. Какая по второму разу ту же самую миссию начинаешь? Похоже, дают только один плазмокаттер. С минимумом патронов. Ну да ладно. Так, мне бы еще здоровье не помешало. Я что-то слышу спереди. Похоже, как водопад. Может, мы рядом с очистными сооружениями? А тут должен быть доступ к остальному кораблю. Пойдем. Это лестница. Видишь, Эккард? Назад на твердую землю. А тут уже кого-то харчат. Да, пушка, конечно, не фонтан. Но какой у нас особый выбор-то есть, что ли? Хотя плохо. Вернее, неплохо работает. Так, бери, бери, ну бери, ну. Ладно, пойдет. Это что такое? Похоже, как взрыв какой-то. Аккуратно, Лексин! Не стреляй, пойдешь, Лексин. Нет, вытащи ее оттуда, пойдем. Где она? Куда она пошла? Делась. Пошла. Ты должен был защищать ее. Заткнись и найди ее. Эй, все, она пропала. Но куда? Куда смыв идет? Забудь, нужно продолжать двигаться. Господи. Черт побери. Вэйр прав. Мы тут ничего не сделаем. Нужно двигаться. Так мы потеряли Лексин.
самый главный положительный персонаж, к которому больше всего привязываешься, и его именно отнимают. Ой, ну разработчики садисты. Это печально. Шепот пошел. Блин, ох уж эта пушка. Я вообще попадаю в него, нет? Почему я, блин, не могу? Так, ладно, это было криво. С трудом, но справляемся. Ой-ой-ой, трясем. Что-то как-то все тяжеловато в этот раз пошло. Давай, швыряй. А, все, умерла. Так, пойдет. У нас что-то вообще с патронами тупо, поэтому пригодится. Нужно было оставить ее с Николь. Это был ее выбор. Мы все знали, что будет опасно. Она все еще может быть жива, знаешь ли. Надеюсь на это. Я так и не мог ничего рассказать про его бойфренда, бедняга. И сказал ей то, что ей нужно было знать. Соберитесь оба. Мы еще не закончили. Ой, ну из этого по ним падать вообще весело. Так, ладно. Жить можно пока, хотя очень сложно. Слышишь это? Нет. Что? Это. Ты не можешь слышать это? Кто-то же плачет. Это Лекс? Я ничего не слышу. Но я слышу. Кто-то плачет, черт побери. Не говори, что я этого не слышу. Ладно, Гейб, я этого не говорил. Просто успокойся. Лекс где-то здесь, давай найдем ее. Так, ладно. Пистолет очень неплохо, кстати говоря. Убойный, но, конечно, точный. Это абсурд. Мы даже не знаем, куда идем. Соберись, Экхард. Это твоя вина, что мы в этом бардаке. Нам конец. До тебя этого не дошло еще просто. Хватит, Экхард. Ничего, еще, говорит, найдем несколько тупиков. Просто ищите открытый люк. Обе руки отнял, все, сразу вырубается. Ой, тихо. Так. Вот с ними плазма-катер, то, что доктор прописал. Вообще идеальное оружие. Так, все, готов. Давай, падай уже. Падай. Ты посмотри. Вообще ноль эмоций. Пункт презрения. Ты еще. Да, не попаду никак, а. Да, на каждого врага свое оружие. Так, все, двигаем, парни. Давайте пойдем дальше быстрее. Нас сейчас тут сожрут, а то. Не понимаю понта этой пушки электрической. Живем пока. Ой, как вот только вас не хватало.
давай уже падай. Ой-ой-ой, так, тихо-тихо. Блин, не успеваю сразу все делать. Живой еще, смотри. Что ж такое, что ж мне так везет-то, а? Так, все, наконец-то. Патронов что-то напряженка в этот раз стало. Наконец-то сможем подняться. Поднимайся, я замерзаю. Видишь, где трубы идут? А туда нужно по одному идти. Туда? Да ты издеваешься. Так, подобрались джентльмены. Не, ну когда знаешь, что говорить, конечно, уже получше получается. Вот тут ноги поломать, за нифиг делать. О, а тут все. Господи. Очистная система сломалась. Я разберусь. Так, нужно починить по-быстрому. Ой. Так. Успел. Все сложнее и сложнее, видите, да, эти штуки поперли. Хорошо. Я с трудом дышу, говорит. Наконец. Я думал, я сейчас вырублюсь. Господи, эта штука кругом тут все поглощает и пахнет как дерьмо. Пойдем. Упустил. Я не хочу рисковать, поэтому я спустилась сюда через фильтрационную систему. На своем пути к системе очистки воды. Если кого-то сможешь с собой брать, то приходите ко мне, там и увидимся. Осторожней, хватит патроны разбазаривать. Ладно, показалось. Что-то макнило все хуже и хуже, как видите, да? Так, ладно. Живой. Так, в прошлый раз я пошел направо. Давайте пойдем налево. Справа там ничего хорошего не было. Макнил, аккуратно. Ой, ёлки. Господи. Ты что, руку себе хочешь отрезать? Нет, я просто не понимал, насколько близко я. Слишком близко. Эти вентиляторы очень острые. Да, что-то макнил тебе плоховато, да. Да-да-да. Короче, в итоге все равно направо пошли. Ой, нет, только не те. Так, все? Хорошо. Лексин была права. Что-то наблюдает за нами. Он там, где? А нет, все ушло. Прекрати, прекрати, тихо. Прекрати что? Кто-то бубнит. Я не бубню. А ты бубнишь? Нет. Прекрати, говорит. Так, контакт бим. В принципе, можно его взять.
Место энерготушки. Да-да-да, как раз сюда. Потому что она что-то отстойная какая-то. Ну или я ее не понял просто смысла. Эй. Мы не закончили, аккуратно. Да сдохнет уже. Так, Ишимура. Пойдем дальше. Блин, не успел взять аптечки. Успел, успел, хорошо. Все успел взять. Ой, блин, что-то... Макнило что-то плоховато, насколько я вижу. Подожди, я не взял, что ли, пушку? Ладно. Это уже достаточно долго я сегодня играю, короче говоря, вполне возможно, что я что-то и упустил. Так, тут я уже не был. Господи, этот запах. Корабль из 1000 человек здесь. Подход должны куда-то идти. Замри! Я никуда не иду. Не нужно эту штуку на меня направлять. Ты кто? Доктор Хауэлл, инженер по агрокультурам. И расслабьтесь. Это не серая вода. Мы под гидропоникой. То, что вы нюхаете, это удобрение. Вы кто? Сержант Уэллер, охрана. Что вы там делаете? Какая-то драка была в гидропонике. Я слышал по радио атаку через вентиляцию. Решил сюда спуститься и разобраться. Вы здесь поэтому? Нет, доктор. Почему бы вам не подняться и не рассказать мне? Поднимайтесь и высохните. Лучшая идея, которую я слышал. О! Доктор Хао, похоже, все. Куда вы идете? Не бросай нас. Я ничего не могу сделать, простите. Макнил, приготовь пушку. Ёлки-палки. Лес густой. Так, ладно, что делаем? В это попадать? Но это же нереально. Ой, ёлки. Ой-ё. Я что-то должен с этим делать? Или я должен ловить эти удары? Это же настолько нереально попасть. Ой, ну что делать-то? Сюда. Так, ладно. Я понял, что это за место, я его видел давно-давно. Вот так надо действовать. Да, это место я давным-давно играл. Знакомого еще, когда первый раз увидел эту игру. Повезло. Так, сейчас... Я не знаю, но нужно в него попадать, но это настолько сложно. На геймпаде-то. Давай, давай, давай. Уф, так. Тут по той же схеме, да, я так понимаю? Ладно. Может, там безопасно? Ну, давай, заходи. Господи, только не это снова.
Хорошо. Фу, ну, в принципе, нормально так. Половили ударов, конечно, пощечин. Патронов вообще, считай, нет. Где одна из этих бочек? Ой-ой-ой-ой. Да у меня патронов нет. Давай, отвали. Так, хорошо. Устраивает. О, блин, ну что ж такое, ну? Давай, 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 давай. Да что делать-то? Я ж стреляю. Уф, так, давайте еще бочку быстрее мне. Хватай бочку. О, мне хана, похоже, да? Давай, 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 давай. Да, убило, похоже. Я живой еще? Каким макаром? Бочка, бляха, давай, ну что ж ты такая? Да, елки-палки, ну что ж ты, блях, я сейчас материться буду. Не надо было с геймпада играть. Это столько нервов. Ну стреляй, я стреляю, ну... Хватаю бочку. Да, блин, я же прям тут сквозь лапу пролетела. Ох, так, ладно. Еще несколько минут боли. Давай уже, давай, давай. Это раздражительно. Вот так. Фу. Что, теперь в тебя попасть нужно? Закончили, осторожно. Ох, да неужто? Да, блин, вы издеваетесь, что ли? А, нет, ты наоборот помер. Ой, это настолько криво было, это такой капец. Давай не будем разбираться. Да пошел ты, Уэллер. Я просто хотел узнать, умерла она. Так, все, хватит. Смотрите, там люк наверху. Док сказал, гидропоник над нами. Если только она правду говорит. Хочешь здесь оставаться? Вперед. Смотри, сколько жизни осталось. Это капец. 347 получил урона. Я не знаю, во-первых, тут скорее всего сказывается то, что я уже уставший. Эту серию пришлось перезаписывать. Ну, естественно, настрой уже был маленько другой. Во-вторых, сам по себе уровень неинтересный. Этот босс, это было натуральное мучение. Его, я думаю, с мува-то и с геймпада V было достаточно муторно убить. Вот именно на джойстике, на DualShock'е это натурально превратилось в мучение. Это было не то, что сложно. Тут сложности особо не было. Было именно сложно попасть. Именно из-за того, что, блин, целиться аналоговым стиком меня, честно говоря, раздражает. Но как бы там ни было, я не знаю, вот... Короче говоря, в этой игре интересные персонажи. За ними интересно наблюдать. Они уже довольно-таки стали родными, практически, считаю. Но интересно вот наблюдать за ими, за их взаимоотношениями. Это разработчики попали натурально в десятку, потому что персонажи все очень разные, у каждого свои какие-то мотивы. И мне уже вот совершенно не безразлично, собственно, понять, что же здесь будет в конце. Ну, увидим в следующей серии. Следующая серия, насколько я знаю, будет гораздо лучше этой. Это вообще одна из самых неудачных миссий в игре. Но как бы там ни было, с вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.